Спасибо вам огромное, во-первых, за то, что выделили время и смогли с нами пообщаться. Давайте расскажем нашим зрителям, где сейчас мы находимся и что рядом с нами за аппараты. Мы находимся в сердце, в диагностическом сердце Звенигородского подразделения. Это наш диагностический центр, который был открыт в прошлом году. И у нас продолжается оснащение современным оборудованием. Основной смысл насыщения нашего подразделения диагностическим оборудованием заключается в том, чтобы мы могли оказывать достаточно на высоком уровне специализированную помощь, которая бы помогала своевременно и вовремя диагностировать ту патологию, с которыми пациенты поступают к нам прежде всего в стационарные отделения. Здесь как раз представлены две эндоскопические стойки. Одна из них – это гастроскопическая стойка, вторая стойка – это для проведения дуоденоскопии. Основной смысл заключается в том, что при данном методе диагностики мы можем диагностировать как экстренные ситуации в виде желудочных кровотечений, кровотечений из двенадцатиперстной кишки, различные перфоративные язвы, двенадцатиперстные кишки и желудка, и помогать диагностике врачам, то есть на более раннем периоде ставить этот диагноз и направлять пациента уже на лечение в условиях специализированного отделения, коим является отделение у нас общей хирургии. И, наверное, самым большим достоинством этой оптики является то, что она обладает таким форматом работы, как боковая оптика. То есть у нас есть прямая оптика, когда мы просто осматриваем желудочно-кишечный тракт, там, двенадцатиперстную кишку, желудок, стенки желудка, определяем там извилистость ее, определяем наличие воспалительных процессов. Но и вторым моментом, который нам необходим, потому что существует такая патология, как проблемы с желчеводящими путями, то есть это может и образование камней быть, это после проведенных хирургических вмешательств, после удаления, в частности, к примеру, желчного пузыря, могут мелкие конкременты оставаться в протоках, которые потом переходят под давлением желчи внутри протоков, переходят так называемый БСДК, большой сосок двенадцатиперстной кишки, блокируют его, если не проходит через это отверстие. И вот этот вот дуоденоскоп, он обладает таким, он находится, сам сосок, на боковой поверхности, и прямой оптикой его невозможно визуализировать. И в этой ситуации нам необходима вот боковая оптика для того, чтобы посмотреть, прежде всего, состояние самого сосочка двенадцатиперстной кишки, при этом существует ли блок, то есть заблокирован, идет отток желчи или не идет. И самое главное, что мы можем сделать с помощью боковой оптики, это выполнить манипуляции, так называемые, на сосочке двенадцатиперстной кишки. В том случае, если он блокируется камнем, мы можем произвести рассечение этого сосочка, то есть расширить, и камень в этой ситуации отойдет. Либо существуют специальные приспособления в виде корзинок, так называемых, когда доктор во время выполнения этой манипуляции может захватить конкремент и удалить его уже даже без рассечения. Сечение, то есть ситуация, если этот конкремент соответствует диаметру самого сосочка. Вот как бы это очень важный такой момент, который позволяет это оборудование делать. И, пожалуй, еще одно его преимущество в том, что есть такое исследование достаточно высокотехнологичное, называется оно в хирургии РХПГ, это ретроградная панкреатохолангиография. В чем заключается смысл? То есть с помощью боковой оптики показания, которые для этого существуют, основные показания – это наличие, опять-таки, конкрементов или опухоли внутри протоков желчных. Диагностировать ее с помощью исключительно компьютерной томографии МРТ практически невозможно, слишком из-за маленького диаметра, несмотря на контрастирование и так далее. Поэтому в этой ситуации с помощью этого оборудования мы конюлируем, то есть заводим конюлю в сосочек сам и контрастируем. В этой ситуации вводим водорастворимый контраст, полностью проток контрастируется, и мы видим те дефекты, которые нам позволяют судить о том, либо это поражение опухолью, либо это наличие конкремента, ну и так далее. Либо даже в случаях какого-то повреждения, к примеру, желчных протоков, вот этот метод диагностики нам дает возможность, как называется, малоинвазивно. То есть о чем мы говорим? О том, что мы не открываем для этого брюшную полость, не делаем большую объемную операцию, и период восстановления пациента, и прогностически он у нас быстрее выздоровеет.
при использовании этого оборудования. Вот, кстати, по поводу желчного, да, пузыря, да, удаления камней и так далее. Все равно бывает так, что когда желчно удаляют, камни удаляют, появляются спайки. А может ли быть ли это осложнением при забросе желчи или при боли в области желудка? Спаечный процесс – это, да, одна из проблем вообще абдоминальной хирургии. И существует вообще очень большое, такое серьезное осложнение, как спаечная и кишечная непроходимость. Существует сейчас достаточное количество способов борьбы с этим. И есть даже разработки, отчасти инновационные. Но, тем не менее, полностью убрать спаечный процесс послеоперационный невозможно на сегодняшний день. Такова наша с вами биология или физиология. Поэтому, если мы говорим с вами о причинах послеоперационных функциональных нарушений после удаления желчного пузыря, причин их может быть много, но в том числе может быть и спаечный процесс, если это выраженный спаечный процесс. Это индивидуальная особенность организма. Безусловно, он может пережимать где-то какие-то структуры и давать такие явления. Но чаще всего, это, я думаю, в небольшом проценте случаев это происходит, чаще всего это все-таки функциональные нарушения, которые, ну, из-за нашего изведения нашего образа жизни, из-за непридерживания питания, и так далее, то есть перечислять сейчас не буду, они приводят вот к развитию этих функциональных нарушений, когда появляется изжога, когда появляется та симптоматика, которая называется в хирургии постхолециститомический синдром. Есть такое большое объемное название, когда желчного вроде пузыря нет, но и сохраняется и болевой синдром, и появляются какие-то дополнительные симптоматика по нарушению работы желудочно-кишечного тракта. Какие пациенты к вам вообще поступают? У нас больница вообще рассчитана на оказание прежде всего, конечно, экстренной медицинской помощи, и практически по результату работы даже за прошлый год больше 80% это пациенты, которые поступили в экстренном порядке. И здесь мы можем отметить, что оказание экстренной хирургической помощи, это начиная от острого аппендицита, заканчивая различными видами кровотечений, перитонитами и так далее. Вторая достаточно такая большие поступления идут на уровне травматологии, то есть мы на сегодняшний день полностью забираем травмы Одинцовского района, и это и политравмы, это различные виды перелома, в том числе в позиции политравмы мы говорим здесь, понятно, что и с признаками нейрохирургической травмы в этой ситуации мы нейрохирурга уже приглашаем на себя, и уже все манипуляции и вся диагностика проходит на базе нашей больницы. Не меньшее количество, конечно, есть пациентов, которые поступают с декомпенсированными состояниями по терапии. Это прежде всего сахарный диабет. Это заболевания с декомпенсацией, связанные с сердечно-сосудистой системой. Это и сердечно-сосудистая недостаточность. В ряде случаев у нас встречается большое количество пациентов с развитием пневмоний, скажем, не ковидных пневмоний, а именно бактериальных пневмоний. Они тоже у нас находятся на лечении. Вот как бы, если брать такой объем, то это как бы экстренная помощь. Второй вид помощи – это, безусловно, плановый вид помощи. И здесь мы, у нас тоже есть как бы достаточно большой объем по работе с плановыми пациентами. Это прежде всего все виды хирургического лечения в отделении общей хирургии. Это и грыжесечение, это и лапароскопические холецистектомии, это и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, там геморрои, полипы и так далее. То есть достаточно большое количество нозологических форм, которые у нас поступают в плановом порядке. Они уже заранее подготовлены к операции, то есть все анализы и все исследования проходят на амбулаторном этапе. Такое лечение благодаря наличию современной техники занимает не более 4-5 дней. Пациент восстанавливается достаточно быстро, и мы его переводим на амбулаторный этап лечения. Отдельной у нас достаточно интересная история по работе травматологического отделения по плановым пациентам. Здесь мы работаем с различными видами металлоконструкций. Плюс к этому уже есть опыт наработки по эндопротезированию тазобедренных суставов. Это тоже достаточно большой поток пациентов, который нам позволяет с использованием в том числе высокотехнологичных методов лечения. Это прежде всего наличие артроскопической
установки, которые есть в травматологической операционной, с помощью CEDUG проводить малоинвазивные травматологические вмешательства, которые, естественно, ставят человека быстрее на ноги, нежели чем это делать, что называется, открытым способом. Дмитрий Николаевич, расскажите, именно какие у вас находятся здесь отделения? Вот я так понимаю, что диагностическое, хирургическое, гинекологическое. Какое еще? У нас находится еще травматологическое отделение, у нас отделение неврологии, общее отделение терапии, общее отделение анестезиологии и реанимации. Это то, что находится вот на базе конкретного стационарного подразделения. Но плюс к этому у нас еще на другом адресе существует еще детское отделение стационарное, оно общесоматического характера. Там у нас детки проходят стационарное лечение практически с нуля до совершеннолетия. Вот, и основное как бы направление – это общесоматического характера, то есть это не узкие врачи принимают, там кардиологи лечат и пульмонологи, а врачи-педиатры. Какие еще новые аппараты у вас есть в отделении? В этом году у нас прошло оснащение отделения гинекологии. Посмотрим, мы получили достаточно хорошую лапароскопическую стойку. И эта стойка позволяет нам проводить малоинвазивные хирургические вмешательства у женщин, не делая больших лапаротомных разрезов. Соответственно, мы можем проводить и гистероскопию, кольпоскопию, то есть все это проводится под общим обезболиванием. И женщина в течение максимум 2 суток и при, естественно, нормальном течении уже выписывается домой. Это дает возможность диагностировать как экстренные ситуации, там, к примеру, апоплексия яичника, внутрибрюшное кровотечение, внематочную беременность, так и диагностировать прежде всего злокачественные новообразования, в том числе и различные формы предраковых, хоть облигатных, хоть факультативных. И забирая, прежде всего, производится эндоскопически такими методиками забор биопсии и биоптата, и мы в течение 3-5 дней максимум уже получаем подтверждение или не подтверждение, направляя пациента на этап специализированного онкологического лечения. А в отношении хирургии? В отношении хирургии мы также диагностируем в ряде случаев злокачественные новообразования, в том числе и по экстренной патологии. В частности, чаще всего это злокачественное новообразование прямой, толстой кишки, когда пациенты поступают с острой обтрусионной непроходимостью. В этой ситуации интраоперационно происходит забор биопсии, потому что мы уже идем на экстренную операцию, потому что нам надо разрешать, прежде всего, кишечную непроходимость. Это экстренная ситуация, это жизнеугрожающая ситуация для пациента. Если мы говорим о плановом характере обследования, то это выполнение колоноскопии, это выполнение ректроманскопии, которые уже при выполнении исследования дают возможность нам производить забор биопсии и тоже в течение 3-5 дней получить вариант гистологического заключения по форме злокачественного образования или его отвергнуть. И далее уже консультации следует онколога и направление на этап специализированного лечения. То есть мы при онкологических заболеваниях мы занимаемся только диагностикой, то есть этапы специализированного онкологического лечения мы не проводим. Да, мы сталкиваемся в ситуации оказания экстренной медицинской помощи, когда уже существуют осложненные формы течения, это и кишечная непроходимость, это различные виды кровотечений, которые тоже в том числе вот и с помощью этого оборудования мы проводим эндоскопические гемостазы, но этап специализированного лечения уже проходит в специализированной клинике, пациент направляется на нее, пройдя уже дополнительное обследование. Оно достаточно объемное, это начиная от анализов, заканчивая инструментальными, исключение прежде всего, если мы понимаем, что у нас первичный очаг мы уже нашли, к примеру, будь то желудок, толстая кишка, там, молочная железа, то дальше наша основная задача – это диагностика так называемого метастатического процесса. Если отдаленные метастазы или метастазы в лимфатические узлы, в органы мишени и так далее, тоже занимает определенное время. И мы здесь используем и ультразвуковую диагностику, и компьютерную диагностику, и МРТ, то есть всеми возможными доступными методами, которые нам позволяют либо исключить, либо подтвердить. И выполнив вот этот минимум, так называемый клинический или стандарт клинический, как теперь принято говорить, уже пациент попадает на этап специализированного лечения. У пациента есть так называемый диагноз Хоббл. При этом человек курит, пациент курит.
Есть какие-то последствия? Безусловно. Хроническая обструктивная болезнь легких развивается при разных состояниях. Она имеет и детскую анамнез, когда у ребенка были какие-то аллергические реакции в виде там, бронхоспазма, различных бронхитов. Это чаще всего анамнестические, часто болеющие дети, в том числе ОРЗ, ОРВИ, которые с поражением именно верхних дыхательных путей, с поражением бронхов. И здесь возникает всегда проблема в том, что хроническая болезнь, обструктивная болезнь легких в 100% случаев она неизлечима. То есть мы должны с вами понимать, что поддерживающую терапию, да, доктор вам назначит и проведет, но это болезнь, которая в итоге приводит к называемым осложнениям, как дыхательная недостаточность, то есть и развитию эмфиземы легких, то есть сам организм пытается при недостатке кислорода компенсировать, за счет этого расширяется воздушность легких, и это приводит к развитию так называемой там, эмфиземы легких, а в последующем дыхательной недостаточности. А мы с вами помним, что из анатомии, что у нас все-таки два круга кровообращения, один из них легочный круг кровообращения, и за счет декомпенсации у человека начинает развиваться декомпенсация сердечно-сосудистой системы, да, появляются отеки, появляется одышка, эти люди можно увидеть на расстоянии, классический пациент с обструктивной болезнью легких, это такой достаточно синий, как мы говорим, пациент, это пациент, имеющий цианотичное лицо, имеющий цианоз пальцев, особенно ногтей, да, и чаще всего такие пациенты при малейшей физической нагрузке у них возникает очень сильная выраженная одышка, поэтому, конечно же, ни в коем случае здесь, если вы, не дай бог, курите, то это должно быть вот с сегодняшней минуты, с сегодняшнего дня, это надо забыть, потому что это вопрос даже здесь не о развитии даже злокачественного образования. Вопрос уже стоит между жизнью и смертью, потому что декомпенсация сердечно-сосудистой деятельности просто придет к развитию острой сердечной недостаточности и тромбоэмболии и так далее. То есть тут уже последствия, да, последствия описывать не буду, они все не в пользу жизни, скажем так, далеко, все не в пользу жизни. Дмитрий Николаевич, если сейчас мы вернемся, да, к нашему разговору, эти аппараты, гастроскопия, эндоскопия и так далее, с какого возраста можно делать такие процедуры? Вообще процедуры у нас делаются и выполняются в том числе и в детском возрасте, при этом должны быть наличие показаний, но здесь представлены препараты для людей взрослых. Дело в том, что диаметр самой трубки эндоскопической, здесь 9 мм, она не подходит для детского возраста. Для детей существуют другие аппараты, где диаметр эндоскопической трубки должен быть не более 6 мм, 5-6 мм, которым детям проводят. С какого возраста, здесь все зависит от ситуации. По большому счету, если мы говорим от позиции, когда это можно, если плановые, как бы в плановом, не в экстренной позиции, когда мы рассуждаем, то здесь, конечно, после года, в общем-то, выполняется ребенку при наличии каких бы то ни было там показаний, которые в детской хирургии, в детской гастроэнтерологии абсолютно свои, и они значительно, я вам должен сказать, вообще отличаются от позиций взрослых пациентов. Поэтому здесь есть определенная специфика. Еще такой вопрос. Может ли пациент вот сам прийти и сказать, мне нужно сделать гастроскопию? Не по показаниям, а просто потому, что ему так захотелось. Если пациент нуждается в гастроскопии или он считает, что нуждается, я думаю, что навряд ли кто-то захочет просто так и прийти, как у нас принято говорить, в обычной жизни, проглотить трубку, да, я думаю, что эта процедура не самая приятная, но если пациент считает это нужно, значит, его что-то заставляет, то есть есть какой-то симптом, который он может скрывать там и так далее. Если мы говорим о профилактическом осмотре, то у нас фиброгастродуоденоскопия входит в обязательный осмотр при проведении диспансеризации, и каждому человеку старше 45 лет показано проведение этого исследования один раз в два года при отсутствии каких-либо симптомов. Для чего это делается? Прежде всего, мы должны понимать, что все злокачественные образования на первой и второй стадии не имеют никакой клинической симптоматики.
И это вот даже в 83-м году, сейчас могу собрать, или в 81-м, если мы посмотрим статистику по раку желудка в Японии, он занимал первое место. Была колоссальнейшая смертность. И Минздрав Японии ввел обязательную фиброгастроскопию всем лицам старше 25 лет. Вот им благодаря этому удалось снизить заболеваемость раком желудка и его выявляемость больше чем на 50% в первый год, а потом фактически он у них занимает сейчас там далеко не из первых мест. Вот это говорит о том, что это самый информативный метод диагностики, это метод, который позволяет, да, он может быть не всегда сильно приятный, если мы берем с позиции проведения не под наркозом, хотя на сегодняшний день мы это делаем в том числе в зависимости от ситуации под общим обезболиванием, но это самый эффективный метод диагностики, который позволяет а. вовремя поставить диагноз, б. произвести сразу забор биопсии, то есть если пациент у нас пойдет, что называется, окольными путями, там, на рентгеноскопию, там, на МРТ, на КТ, к сожалению, нужно понимать, что этот метод диагностики, он все равно к нему придет, без него невозможно сделать главное, невозможно верифицировать диагноз, получить биопсию и поставить точный диагноз, который в последующем и будет являться основой лечения и прогноза. Дмитрий Николаевич, спасибо вам большое за действительно информативную, полезную и интересную беседу. Спасибо вам, всем здоровья, удачи и благополучия.